В эти минуты стартует Астанинский экономический форум. В восьмой раз столица Казахстана становится диалоговой площадкой для обсуждения и решения глобальных проблем. В форуме принимают участие главы ведущих корпораций планеты, нобелевские лауреаты по экономике и известные политики. Прямо сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Иван Тулинов. Он находится во Дворце независимости, где и будет проходить масштабная конференция. Доброе утро, Иван. Расскажите, что сейчас происходит во дворце. Доброе утро, Валерия. В данный момент проходит регистрация всех участников форума. Мы находимся в конгресс-зале, где будут проходить основные события. Как вы можете видеть, здесь пока немноголюдно, так как до начала остается 30 минут. Форум откроется с доклада на тему «Новые драйверы роста. Экономические изменения для перехода от стран со средним в страны с высоким уровнем дохода». После чего участники рассредоточатся по всем залам Дворца независимости и продолжат обсуждение. А здесь, в главном, начнутся ключевые сессии. Отмечу, все, что будет происходить на восьмом Астанинском экономическом форуме, объединяет одна тема, и звучит она так: инфраструктура – драйвер устойчивого роста экономики. Эксперты сделают выводы о том, какой станет глобальная экономика в ближайшие десятилетия, и одной из интересных тем станет обсуждение того, кто возглавит мировое лидерство к 2050 году. В целом же для нашей страны проведение этого форума является не только имиджевым, но и экономически полезным событием. Заключаются крупнейшие контракты, и каждый год АЭФ привлекает многомиллиардные инвестиции в различные проекты Казахстана. Добавлю, что проводится глобальный форум по инициативе и личном участии президента страны Нурсултана Назарбаева, и этот год не станет исключением. Как сообщила пресс-служба Ак-Орды, глава государства посетит форум во второй заключительный день, то есть завтра, 22 мая. Иван, а кто еще из именитых гостей примет участие в форуме? В рамках форума запланировано 30 сессий различных форматов с участием 300 делегатов и 200 спикеров. Организаторы ранее сообщили, что постарались привлечь наиболее значимых экспертов глобального экономического сообщества. Но среди них, к примеру, Кеннет Рогов, это американский экономист, профессор Гарвардского университета. Он впервые посетит форум, да и вообще Казахстан. Ожидается участие всемирно известного экономиста Нуриэля Рубини. Он получил признание после прогноза глобального финансового кризиса 2008 года и теперь утверждает, что любую экономическую проблему можно заранее предвидеть, пережить и устранить ее последствия. И Стив Форбс также планирует участие в конференции, больше известный как американский бизнесмен, политик и редактор делового еженедельника Forbes. Мы будем следить за их выступлениями, а также за интересными мнениями других не менее значимых спикеров форума. Пока у меня все. Валерия. Иван, спасибо за информацию. Мы будем следить за развитием событий.